Круглый стол «Октябрьская революция. История и современность» собрал представителей общественных объединений БРСМ и «Беларусь», работников администрации Московского района, ветеранов и ученых. Цель подобных мероприятий – освещение современных оценок влияния Октябрьской революции на судьбы народов мира и историю становления белорусской государственности. Народ помнит этот праздник – Великая Октябрьская социалистическая революция. И я считаю, что это достояние республики. Каждый праздник, который был учрежден еще многие годы назад, и тем более, который изменил обстановку жития в Белоруссии, изменил политическую систему, это все случилось после Октябрьской революции. Октябрьская революция – одно из крупнейших политических событий в истории человечества, повлиявшее на всю историю 20 века. В результате ее было свергнуто Временное правительство, и к власти пришло правительство, избранное Вторым Всероссийским съездом Советов, которое изменило жизненный уклад людей и перевернуло сознание личности. Такое серьезное событие нельзя вычеркнуть из истории. Именно поэтому важно рассказывать о нем молодежи. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции – это государственный праздник, и относиться к нему надо к государственному празднику. Поэтому я, как председатель Московской районной организации «Белая Русь», а вообще от себя лично, хочу поздравить всех с этим праздником. Хочу сказать, что мы против фальсификации истории. И октябрь 1917 года – это наша история. Во время круглого стола его участники обсудили значимость Октябрьской революции для народа и истории. Высказали свое мнение об этом не только ученые, историки и ветераны, но и молодежь. Кроме того, в рамках мероприятия прошла книжная выставка «Я сам и моя революция». Подобные мероприятия уже стали традицией. Организаторы уверены, что в следующем году оно не останется без внимания общественности.